Короче, новость. Африканец, у которого 102 ребенка, заявил, что больше не хочет детей. У 67-летнего африканца Мусы Хасаки помимо сотни детей есть 12 жен и 586 внуков, и всех их надо содержать. Поскольку уровень дохода мужчины упал, вокруг все дорожает, а членов семьи становится все больше, прокормить семью стало сложно. Теперь Муса просит жен предохраняться. Сам Муса считает, что одна женщина не может удовлетворить мужчину, поэтому у него их больше 10. К тому же все его жены живут вместе с ним, чтобы он мог контролировать их, и они не ушли к другим.